Приветствую всех на канале «Все про тачки». Ребята, редко встретишь. Ладно, просто запорожец редко встретишь. А это еще и ушастый. То есть ушастый, я так понимаю. Нет, наверное, это все-таки более чуть поздняя версия. Потому что либо они, вот не могу сходу понять, либо они заколхозили задние фонари, потому что они явно не родные. У первого, который с прямой крышей, не горбатый. У него кругленькие задние фонарики, а у более позднего уже квадратные. И вот как-то с задней стороны не могу идентифицировать. Давайте я вам его... Сейчас вот он поворачивать будет. Поснимаем. Давайте, вот так вот. Вот так. Ну, все. Насколько смог.